предстоящий Mortal Kombat 2 будет много того, чего не было в первом фильме, несмотря на его успех у критиков и зрителей. Съемки Mortal Kombat 2 завершены, и уже совсем скоро сиквел боевика продемонстрирует зрителям и критикам, что он извлек уроки из ошибок первого фильма. Несмотря на то, что сюжетные подробности грядущего сиквела ограничены, некоторые теории о Mortal Kombat 2 могут расширить франшизу интересными способами, даже если это всего лишь теории. Однако, учитывая появление новых персонажей и локаций, некоторые из теорий могут оказаться правдой. Более того, некоторые фото со съемочной площадки уже подтверждают, почему Mortal Kombat 2 будет лучше, чем сиквел 2021 года, что еще больше усиливает ожидания. Основанная на одноименной аркадной игре 90-х годов, Mortal Kombat 2 продолжит историю персонажа Коула Янга, который будет взаимодействовать с новыми героями и сражаться с ними. Благодаря отсылкам к первоисточнику и уникальным нововведениям в обращении с уже устоявшейся историей, Mortal Kombat 2 уже доказывает, что будет отличаться от фильма 2021 года тремя основными моментами. Карл Урбан в фильме знаменует собой уникальный момент в карьере любимого новозеландского актера. Впервые за долгое время он изображает якобы героического персонажа в живом кино. Кроме того, Кейдж нетипичен для многих ролей, которые исполняет Карл Урбан. Он несколько самодоволен, ребячлив и почти полностью лишен самосознания. Однако Кейдж также предан, невероятно искусен в бою и является одним из самых любимых персонажей франшизы благодаря своему чувству юмора. Учитывая недавнюю роль в «Пацанах», он, несомненно, привнесет в эту роль что-то забавное. Кроме того, поскольку Кейдж заметно отсутствовал в первом фильме, будет интересно посмотреть, как Кейдж взаимодействует с другими центральными героями, в первую очередь с Соней Блейд и Джаксом. В исходном материале Mortal Kombat Кейдж – лучший друг Джакса, и несмотря на первоначальное отвращение шутника к строгой Соне, они в итоге женятся и заводят семью. Помимо Джонни Кейджа, в Mortal Kombat 2 появятся и другие известные персонажи франшизы – Китана, Нуб Сайбот, Куан Чи, Шао Кан и Синдел. Участие Нуб Сайбота в Mortal Kombat 2 интересно тем, что демонстрирует расширение истории игры в живом действии и позволяет предположить, что зрители ожидают впечатляющие визуальные эффекты, учитывая театральность персонажа в игре. Участие Китаны и Синдел в проекте также замечательно, потому что это дает больше возможностей для женских персонажей франшизы, а также расширяет историю. Появление Куан Чи в Mortal Kombat 2 означает дебют культовой преисподней. Преисподняя очень важна, потому что она логично объясняет, как некоторые персонажи, такие как Скорпион и Саб-Зиро, могут существовать даже после смерти. Кроме того, это свидетельствует о стремлении создателей исправить ошибку, связанную с исключением преисподняя из Mortal Kombat. Пожалуй, самый интересный персонаж, появившийся в Mortal Kombat 2, это безжалостный злой Шао Кан. Его появление не только означает, что защитники Земного Царства столкнутся с самым сложным испытанием, но и говорит о том, что в Mortal Kombat 2 будет проведен настоящий турнир. Несмотря на обилие положительных сведений, полученных благодаря утечкам фотографий со съемочной площадки, пока не ясно, будет ли в Mortal Kombat 2 полноценный турнир. Впрочем, это почти несомненно, ведь Шао Кан, правитель одноименного турнира, уже подтвердил, что появится в качестве одного из злодеев сиквела. Кроме того, зрители восприняли отсутствие полноценного турнира в Mortal Kombat резко отрицательно, поэтому логичным шагом для создателей сиквела будет включение в него полноценного турнира с участием как можно большего количества культовых героев и злодеев. В Mortal Kombat, скорее всего, не было турниров, так что в игре было бы больше места, чтобы как следует представить Коула Янга, а также объяснить нюансы и историю его способностей к Аркане. Впрочем, если зрители уже хорошо знакомы с Коулом и Арканой, у сиквела будет достаточно места для полноценного турнира по Mortal Kombat. Турнир важен для сюжета, потому что он правильно устанавливает ставки, представляет причины участия каждого персонажа и в целом является забавным зрелищем. Несмотря на отсутствие подтверждения, все остальное, что было подтверждено о Mortal Kombat 2, говорит о том, что турнир в нем будет. Flawless.